Так, окей, продолжаем играть в Far Cry 6. Это платиновое прохождение. То есть мы здесь будем выбивать все достижения. Геймпад вибрирует тут. Фил говорит, ее видели у табачной плантации. Мне нужно найти Эспаду. Я вот думаю, здесь был самолет где-то. Может быть, полетать на самолете? Как думаете? На самом деле нет. Пойдем тайники искать. Точно, я же в прошлый раз говорил, реально тайники будем искать. Поэтому мы берем с вами квадроцикл. Отлично. Я попробую так доехать отсюда. Напрямую. Блин, она там наверху. Фили? Кто это? Дани. Та самая, которую ты чуть не разнес в клочья. О, да ладно, кебала! А как выглядит эта плантация? Да обычно. Сигары, белые костюмы, вечеринки. Только еще пушек гора. Ну, плантация. Все вам городским объяснять надо. Старый дом. Вокруг табак растет. Эспада засекла лейтенанта, так что, наверное, она уже внутри. Кого она ищет? Без понятия. Монтеро болтать не любит. Знаешь, советую тебе взять с них пример. Как всегда говорю, каефно очень управляется транспорт. Очень-очень круто. Мне очень нравится, особенно с геймпадом этим. Прям топ. Привет, Клара. Удалось связаться с Карлосом Монтеро? Пока нет. Похоже, мне придется сперва найти его дочь. А, Камилу, сделай все, что потребуется. Чтобы отвоевать Запад, нам понадобится поддержка фермеров. Что ж, я уже в пути. Перезвоню после встречи с Карлосом. Все будет хорошо, Дани. Ты ему понравишься. Как вы играете что-то на геймпаде? Может, просто я задочен под мышь? Не знаю, может быть. Ну, вообще, просто долго играет. Припасы перенаправлены. Отправляйтесь в новую точку. Принято. Выдвигаемся. В любом деле важен опыт. Эти припасы пригодятся, Либертат. Нужно успеть туда первой. Бойцы ФНД спешат к заброшенному с воздуха припасам. Переходите груз, пока его не забрали. А чё, а как мне это сделать? Ладно. Главное, не взорвись. Мама. Четвертый, по-моему, вот так она взрывалась. Да, здесь танки. Есть. Первый раз я там что-то взорвалась. Это абсолютно нормально, то, что я падаю и лицом в землю, и боком в землю. В какой-то в четвертой или в пятой части так нельзя было делать. Если ты падал лицом в землю, ты типа умирал. Да? Она инфу какую-то знала. Это мое, коме мьердас!
Понял, вперед! Воду! Забираем себе. О, да. Тут тонна полезного добра. Блин, есть еще один тайничок. И он тоже там где-то наверху. Его брать там где-то наверху. Но смысл в том, что нужно будет опять, во-первых, ехать, да, до него, видишь? А во-вторых, потом еще и до него опять пилить. Хрен знает сколько, возможно, вообще в эту сторону. Интересно. Интересно. Ладно. Разведданные ФНД, нарушители ПДД. Новые данные указывают на то, что повстанцы участвуют в местных гонках. Установите наблюдение, докладывайте любой подозрительной активности. При необходимости вступайте в бой. Разведка ФНД. Окей, обнаружена новая гонка Гран-при. Она, кстати, где-то здесь недалеко. Место для охоты на уток. И эстафеты, нейтральные воды, награды, фигурка, опыт и оружие. Пойдем? Так, здесь какое-то вообще, какое-то поселение. И помидоров тоже не было. Ни свежих, ни консервированных. Солдатики как из дерева при столкновении с транспортом? Почему так думаешь? Нет, отлично вообще чувствуется, что я сбиваю именно человека. Не то чтобы я сбивал людей. Валим отсюда! Когда-то, но... Но чувствуется реально отлично. Можно ли с тобой как-то связаться, пригласить поучаствовать в шоу на благотворительность? Я сейчас на грани просить благотворительность до своей семьи, поэтому... Хз. Вот, а вообще, любые предложения нужно писать на почту. Где-то наверху, да, ништяк лежит. Да. Здрасте, я это возьму. Вы там без этого тоже помолитесь. Отлично. Погоди. Блин, как красиво, я хочу сюда. Взять, что-нибудь попить, сесть и... Ох, кайф. Вот иметь возможность, знаете, что сделать? Вот так вот взять и так, оп, и в крышу удочкой. Ну да, да, да. Ладно, вот так. Фотку в такое место. Мы будем как на лобном месте в доме 2. Вау. Там какая-то боец рыба. Отлично. Кемулон. Пойман. Я не тот дурачок из Аймфиш, я не буду его бросать. Так, подожди, здесь тоже инфа какая-то, ну-ка. Понял. Как хочется хороших сигарет. Так купи. Они уже не те. Их делают не из яранского молока. Подойди. Что нового? Вот здесь можно найти припасы. Суэр, ты повстанец. Спасибо. Он вообще работает? Смотри почаще. Маленький островок, на котором находится маяк Ранкали и какие-то деревушки. И две точки с... Заработаешь рак, узнаешь. С тайниками. Я думаю, можно будет съездить туда. Давайте сплавать туда. Давайте сходить туда, да, на катере. Давайте это сделаем. Потом вернемся сюда гонкам.
он как бы и нахер нужен. Вот, спасибо большое. Не с ядом, поэтому нормально. Иди постреляй. Мне нужны достижения, поэтому я их травлю, если что. Поэтому у меня и Супрема с отравой. Ладно. С этой стороны тоже тип есть. Это оббегает. Ну уже. А ладно, хер бы с ним. Так, у нас тут кровопийца какой-то. Спасибо. Костикс. Ни хрена себе, что делаешь? А что это такое? Это заказ или что? Это не заказ, это просто донат, Костикс. Обалдеть, ты чего?
Ты мог сейчас прохождение игры заказать за 5000. Или в реквест забросить 5000. Ты просто помог. Спасибо тебе большое. Правда, спасибо огромное. Так, кровопийца увеличивает урон, наносим врагам, которые находятся ниже вас, и шанс выполнить восполнить здоровье при нанесении урона. О, прикольно. Все, он реально с эффектом поглощения здоровья. Список покупок для генерала. Соли килограмм, кок 100 грамм. Максимально чистый шмаль 20 унций, только индика, крокодил 20 пакетов, экстази 200 таблеток, героин 30 пакетиков, 10 мухерас изгои, 10 хумбрас 5 изгоев, 5 бездомных. Да, интересно. Чертов мелкий хихо де пут Диего. Антон назвал шоссе возле Сегунды в честь него. Это шоссе должно было носить мое имя. Вот ведь проклятый недоносок. Он все портит. Я снова проберусь в его спальню, когда он будет спать, но на этот раз насру ему в носки. А, и ко всему прочему, сегодня я потерял свои любимые тонги. Где я найду тут золотое кружево Бурана? Придется ехать в Рио опять, чтобы как-то справиться со стрессом. Я, пожалуй, подожгу пару изгоев и посмотрю, как они горят. До завтра, дорогой дневничок Хосе. Нормас, нормас. Костикс, правда, огромнейшее спасибо тебе большое. Просто, ну, неимоверную помощь оказал сейчас. Спасибо. Там пробовать. Пистолет. Пробователь пистолета наша. Кинул гранату. Гранаты, красавчик. Прикинь, сообразил кинуть гранату. Жену. А вы здесь резнулись? Ваш долг смотреть. Чувак в вертолете почему-то не это. Никаким боком не пробивается. Удивительно. Вот сука.
Давай. Вроде попадаю, но не травлю. Видимо, из-за брони. Фернандес. Я забыл на верстаке кое-что исправить. Чё такой дикий-то, блядь, вертолёт? Наконец-то. Это вертолёт бессмертный, реально. Повешены? Да, повешены. Прямо готов. Так, 200 метров, но тут, наверное, нету 200 метров, да? Явно не будет 200 метров. Мне нужна какая-нибудь гора, чтобы 200 метров поскользить. Так, и, конечно же, нужно вот этот тайник забрать. Груз упал? Где груз упал? Обломки транспорта можно подобрать с вертолетов. И со всякой техники такой. Ну, прикольно. Надо не забывать, что... этот пистолет очень-очень-очень серьезно больше урон наносит, если ты находишься выше противника. Здесь враг! Да, тип. Извини, пожалуйста. Подожди, подожди, подожди. Давай я тебя освобожу. Патроны на пулемет закончились. Вот проблема тоже.
Убивай собаку, собаку убивай. Вот, стреляй. А коню к имел. Там! А, она убила собаку, все отлично. А вот и инженер. Ай! Ну давайте, гасите друг друга, ребята. Красавчик. Я тоже ставил на инженера. Блин, наверху типы. Че они друг на друга нагрелись? Потому что у меня яд, ядовитые боеприпасы, видишь? Как в Assassin's Creed раньше, помнишь? Assassin's Creed. Ну, знай, как в Assassin's Creed. Я не помню, в Far Cry были такие раньше. По-моему, были. Так, ну, отлично. Хрен узнает, имеет ли смысл мне чуть дальше смотреть на этом острове. За мной остается дикий огонь. Здесь патронов осталось, вот проблема тоже. Вертолеты просто имбущие. Ну вот как вынести? Я все патроны потратил на них в прошлый раз, и сейчас еще один. Так, так. Ладно, но на самом деле туда-то и нет смысла идти, реально. Может быть, там что-то и есть, но я пока не знаю, что, поэтому... Можно быстро переместиться сюда, нет? Нельзя. Ну ладно, пойдем. А патроны же можно пополнять в машине, что я тупанул. Ничего, то, что я выезжал из запретной зоны, я же уже не в ней.
За мной не обязательно идти. Гонка Гран-при доступна, погнали. Слушай, на гидроциклах кататься весело. Но не расслабляйся, ясно? Рядом с маршрутом расставлены мины. Мины? Можно было раньше об этом сказать? Ништяк. Пошла нахер! Не могу, все. Типа, тут заново надо начинать. Блин, так красиво шел. Слезай и толкай. Не, да, в Far Cry можно так делать. Толкать лодку с земли в воду. Но в гонке мне не дают слезть. Блин, так хорошо шел и вылетел. А, обидно. Я не знал, куда поворачивать, мне не было ясно. Да ты гонишь! Серьезно? Ну это бред, блядь. Пиздец, он просто вот так вот и застрял. И опять заново гонку начинать. Какая идиотия, господи. Ладно, третий раз. Да, очень тупо, что даже ну, подтолкнуться так нельзя. Расслабляйся, ясно? Рядом с маршрутом расставлены мины. Да что мне эти мины, блядь, если я долбоёб сам по себе? Я если застряну, все, блядь. Можно мне МЧС, пожалуйста, сразу. Если вдруг, когда буду варить пельмешки, блядь, одна пельмешка выпадет на пол, все, надо все пельмени выбросить. Такой я веселый человек. Если вдруг в лужу наступлю, блядь, одним кроссовком всю обувь выброшу. Ну, потому что, да, ну, я уже испортил обувь. Ой, а обувь это что? Правильно, вся обувь. Мудак, блядь. Что с меня взять? Так что мина тут вообще третья проблема.
Все, финиш. Кайф. Еба, и 6 все равно сейчас вот самое оно было бы. Двойное сцепление, снайперскую винтовку получил. О, и здесь какой-то ништяк лежит. Победа за Рохас! Ты посмотрите, гоночную тачку получил. Тебя обожает, Дани! И я тоже. Звякни, как захочешь еще погонять. Наверх. Окей. Лет мятежника. Так, а что в сумочке? В сумочке какой-нибудь должен быть приятный бонус. 11 иранских песо. Это сдача, наверное, да? Так, а где я вообще? Ага. Ну, самое время легенда о ла принцессе взять. Там неизвестный приз, помимо опыта. И, насколько я помню, это какая-то морская пещера, в которую прям очень долго под водой надо будет плыть. Поэтому, да, нужно будет быть аккуратной. Нужно будет быть аккуратной. Так, вместо вот этого вот винтовки, давай посмотрим вот это вот двойное сцепление винтовки. Урон больше, дальнобойность выше, точность выше, скрытность меньше немножко. Так, а что это дает? Позволяет убирать и доставать оружие быстрее, увеличивает скорость перезарядки оружия при замене частично использованного магазина, и модификации еще каких-то оснащены, но яда-то нет. Яда-то нет. Это прикольно, конечно. Но я пока с ядом, наверное, ачивку получу и поменяю на ту. Снижает урон, получаемый от бронебойных боеприпасов. От бронебойных. Жилет мятежника. А здесь взрывов бронебойных боеприпасов, боеприпасов для защитной... А, ну здесь прям слегка снижает. Здесь нормально так от бронебойных защищает. Так, а штаны мятежника у меня есть? Нет, нет. Ау! Давай. Ну, давайте, наверное, в этих одеяниях мы свой путь и продолжим. Километр до туда. Давайте все-таки, наверное, на самолете. Блин, сорян. Правда, извини, пожалуйста. Я хотел тебе помочь, я пытался. Целился долго. Ладно, теперь это мой квадроцикл. Гинси. О, погоди, тут тоже какой-то тайничок есть. Видели? Смотри. Оказывается. Человек против мангуста, это интересно. Давайте посмотрим. Что это вообще за история такая? Так, и тут две информации присутствуют еще в этом месте. Сейчас, пока не уехали, возьмем инфу сначала. Осталась жива. Он сможет защитить ее лучше, чем мы. А солдаты запросто смогут убить их обоих. Так, ты, Гала. Си, ты! Я была. Да, не отмечаю на карте местоположение зенитки. Карта огромная. Ты да. Знаешь, что делать. Благодарю. Здорово.
Зенитное оружие. Так тут еще и рядом зенитка. Не может быть. Еще и вот это. Да я здесь на 40 лет вот в этом вот маленьком захолустье. А не так. Полученные очки. О, кстати, я же очки получил. Так, какую-то одну награду я не купил в прошлый раз. Такую. А, во, микстейп. Блядь, не хватает, прикинь. 10 очков не хватает. Обидно вообще-то. Катану на базу вернул? Пока нет, Арти. Слишком часто бесил меня. Амигос, я сделал это. Я его поймал. Слишком долго он меня доставал. Я поставил дом на свае, но и это не помогло. Построил забор, тоже не помогло, но я все-таки справился. Пожалуйста, держитесь подальше от моего дома. Я пошел к Луису за бензином. Положу этому конец раз и навсегда. Может, эта тварь всего лишь мангуст, но для меня он всегда будет лакомадреха. Клоньо, учела серьезные проблемы с вредителями. Надо заглянуть внутрь. Херасим. Значит, это дом Альваро. Но его не видать. Мангуста тоже. Реально, на огромные сваи поставил. Все огородил. Кобздец, откуда у тебя бабла столько и возможностей, и ресурсов? Стырим у тебя немножко. Не обеднеешь, судя по всему, да? Почему? Почему я? В чем дело? Может, это мой запах сводит его с ума или что-то в этом роде? Никого из моих соседей не терроризируют гребаные мангусты. Я никогда не слышал, чтобы на кого-то так вот нападали. Его просто не остановить. Я пытался его накормить, поговорил с ним, побрил ноги, чтобы он о них, ну, потерся, не осуждайте. Ничего не помогло. Одобряем. Он меня ненавидит, он хочет, чтобы я умер. Что ж, у меня нет выбора. Я поговорил с другом Джульетты, и он дал мне пистолет. А эта чертова мелкая тварь сожрала ключ от ящика. Мне удалось заманить его в сарай. Пора с ним покончить. Нужен огонь. Мы с Лакомандреха отправимся на тот свет вместе, крича, охваченные пламенем. Иначе его не убить. Значит, тебя заперли в сарае. Пора нам встретиться, мангуст. А здесь, смотри, а здесь ключ нужен. Мы получили данные о том, что местные повстанцы внимательно наблюдают за тем, как мы доставляем припасы, чтобы не дать террористам украсть один из наших грузов. Мы также начали наблюдать за точкой, где расположились их наблюдатели. Нас не перенаблюдаешь. Что? Нас не перенаблюдаешь? Я, ну, правильно прочитал. Иранский художник обретает признание. Один из самых ярких новых творцов в современном иранском искусстве. Его последняя работа, «Элеон», получила хвалебные отзывы критиков по всему миру. Им вторит и наш президент Эспиноза, который увидел скульптуру на публичном показе в субботу. Однако не все так гладко в жизни сеньора Саяса. Нам удалось выяснить, что среди иранских деятелей искусства некоторые считают его весьма противоречивой фигурой. Источник, пожелавший остаться анонимным, называет его продажной марионеткой пропаганды. Кроме того, некоторые говорят, что из-за тяжелых отношений с женой, которая уже некоторое время живет отдельно, набирающий популярность деятель иранского искусства начал пить и впал в депрессию. Будем надеяться, что скульптор сможет справиться со всеми невзгодами и доказать, что злопыхатели были неправы. Специально для иранских новостей номер один. А пошел я нахуй. Мне нужен ключ. Ну, ключ, наверное, в сарае. Я слышал. Что за шум? Кажется, это из сарая. Эй, бать. Эй! А ну...
Твоему террору пришел конец, мангуст. Да. И спасибо за ключ. Пописить надо, ну быстро пописить, потушить. Блин, а где тип этот, который его запер сюда? Пошел за бензином, он сейчас... Он реально будет палить все или нет? Надеюсь, что нет. И почему мы его обворовываем? Почему нам похер в целом на то, что тип, по идее, всё, должен вернуться? Все, к черту это место. И мангуст. Экспертизная доза. Спасибо. Чёрта это место и мангуст. Что? Почему это так звучит? Странно. Нифига себе, одним действием вы призряжаете не только это оружие и все остальное. Норм. Вообще, прикольно то, что он, ну, больно стреляет. Но больнее всего стреляет вот этот пистолет. Он пока лучше всех, этот автократ. Я буду с автократа, наверное, ходить. Что-то... Во, да, вот эту тачечку давайте возьмем. Сюда, значит, ничего нельзя поставить. Сюда, значит, это, да, вот это вот. Сюда, значит, можно поставить фигурку Нокса, но мы поставим фигурку Чоризо. Рекс Пауэр Коль тоже может туда встать, но мы не будем его туда ставить. И повесим, значит, канцелярский нож Майами Стрип. Вот. Кайф. Раскраски пока тоже недоступны. Ну, вот такая вот у нас машинка теперь имеется. Скрытая история. Хрена. А я вот думаю, я же уровень получаю, я ничего не качаю, у нас здесь нет прокачки и всякого такого. Или есть, и я просто не вижу. Так, ладно, пойдем сначала тогда сюда. Потом, видимо, сюда. И только потом, видимо, туда. Метров ядрен батон. Ну, погнали. А мины ты никто не убирал отсюда. Блин, сорян, что не помог. Прикрой меня! Откуда ты? Снайпер тут. Я
Ой. Прикольно, что мне свои типы помогли. Нет. Враг в воздухе. Сука. Конец. Вставай, брат. Как бы мне уничтожить зенит? Динамита-то у меня с собой нет. Можно, конечно, одеть вот эту. И, по-моему, у меня тогда будет динамит, да, так и есть. Уйди оттуда. Уходи. Есть. Надо сюда уже поставить динамит наконец. Где вот как ты меня увидишь? Просто убежал. Я просто так потратил Супрема, ты понимаешь? Во-первых, я убил двоих из трех зачем-то, перед тем, как юзануть Супрема. Но, во-вторых, не попал по третьему даже.
Так, импровизированный плуг, который может переворачивать транспорт при столкновении. Модификация можно улучшить, но если такие позволяют при столкновении уничтожить шины. Да блин, ну мне пока нравится то, что у меня первое стоит. Этот удар. Я его буду юзать. Просто сквозной проход. А, вот в бункер. Вон оно что. Окей. Попизер, привет, привет, привет. Не ломается? Метеостанция Кортина, объект военных. Я вызову машину, чтобы обнаружен новый объект военных. Можно будет ее захватить, да, эту базу. Да. Если у меня получится сделать так, чтобы они меня не обнаружили, я тоже получу ачивку. Так, я хотел транспорт вызвать, чтобы пополнить боезапас. Спасибо. Вот, по большей степени. Давай попробуем залезть наверх. Есть ли резон вызывать машину с пулеметом против вертолета? С одной стороны, да, с другой стороны, блин, вертолет очень больно бьет, пока ты сядешь в эту машину, и ты, по-моему, гасанул. Так. Не могу. Почему я не могу телефон взять? Вот. Блин, не работало. Там не работало. Багулинка небольшая, ладно, бывает. Здорово, есть инфа? Говори. Эй, подойди! Говори, говори. Есть что рассказать? Говорят, на литейном заводе Эскудо творится какая-то дичь. Так что осторожно. Но металл нам бы пригодился. Благодарю. Литейный завод Эскудо. Ирась. Сначала вот это. Я так подозреваю, лучше так, да? Хорошо. Вижу врага. Какого такого врага? Какого такого врага? Я тебе тут не помощник, я не хочу агриться. Поможем. Медик. Ирася у вас тут. Все, сейчас будут гасить. Авиация!
они меня благополучно. Благополучно обнаружили. Из-за ссаного вертолета опять. И вызвали подкрепление. Вот они придут, подойдут к этому лейтенанту Альфонсо и скажут: Альфонсо, в чем дело? Что такое? А он скажет: рот ваш мотал, сейчас убивать буду вас. Что-то я не вижу никаких солдатов в мою сторону. Не пинга! Подкрались, конечно, незаметно. Дани, я вижу солдатов на дороге. Они уже рядом с тобой. Эй, Клара, не знаешь, чего бы военным вдруг занимать старую метеостанцию? На западе, так? Я сама насчет этого места голову ломаю. Попробуй найти там компьютер. Они наверняка хранят на нем записи. Обязательно поищу. Очень бы хотелось иметь возможность заново начать штурм. Почему вы живы еще? Этот нет.
Главное отвечать. Через 10 минут мы будем уже сваливать, в том плане, что у нас главное. Поэтому имейте в виду, если бы вы хотели продолжить, подойди, в том числе Диабло и другие игры посмотреть, то что переходите на канал, ловьтесь, будьте с нами. В лагерь пришли владельцы ранчо. Военные установили зенитку на их землях. Отмечаю на твоей карте. Спасибо. Одна зенитка. Так, зенитка это с той стороны. И это как бы нахер надо, да. Здесь вертолет можно будет взять. Литейный завод. Так, ну, блин. Обидно, с одной стороны. Я так подозреваю, можно было спокойно выполнить скрытно этот захват. Ну, чек. Не думал, прости, ничего страшного. Как тебе игра? Мне нравится. Ну, это Far Cry. Самый правильный Far Cry, наверное. Минимум бесящего, максимум развлекающего. Девять. Ништяк. Ништяк, ништяк. Очень много полезного взяли. Ключ-карта от бункера. Погоди, а как я зашел? Или есть здесь еще один? Какой-то закрытый проход. Хрена. Не, Windows 11 не пробовал. Прикалывает обзоры на шестую часть, ругающую ее за то, что это Far Cry в чистом виде. Ну, я бы даже сказал, что это лучший Far Cry пока что. Тут очень все сбалансировано, очень всего много. И... ну, с учетом того, что мы даже не видели половину. Здесь очень много чего работает. Здесь прикольный сеттинг и прикольный сюжет, по крайней мере, начало. Здесь всего, что самое главное, много. Очень-очень много. И все это не напичкано, как в Deathloop, так что тебя бесило, раздражало. Все это как-то так сбалансировано, грамотно, правильно. Я его знает. Чем он лучше пятого, например? Здесь в разы больше возможностей, здесь в разы больше карта, здесь в разы правильнее работает экосистема мира, чем в пятый. Ну и активности в разы больше. Вот смотри, вот примерно вот эта карта, вот эта вот была бы карта пятой части, такая. А здесь вот такая карта. Вот, а вот условно вот это карта пятой части. И несмотря на масштаб, все сбалансировано и грамотно работает. Все активности правильно работают. Мир, несмотря на то, что очень много противников, мир не превращается в ежесекундные столкновения. Кастильо лишил работы меня. А как ты лишил его? Или в пятой части, или в четвертой. Новый резик еще будет на стриме или тебе не зашло? Мне не понравился он, но я думаю, что пройти я его пройду все равно, да. Так, подожди, а вот это вот, да? Сначала сюда сходим. Знакомство с Монтерой это обождет. Табачный завод Кастили еще имеется на востоке. Ну что, погнали, полетаем.
Воля! Тяга на триггерах тоже присутствует. Есть для меня что-нибудь? Что очень круто. Тани, мы следим за конвоем, который огибает хребет Ланса-Сальтос. Пора кому-то вроде тебя разобраться с ним. Грасиас. Конвой ФНД обнаружен новый. Где? А где? Нефтяная платформа GDP. Вторая бронетанковая дивизия ФНД. Университет имени Спинозы. Там уже на востоке Эсперанца. Столица. Зашел на словах про игру. Мне тоже больше, чем пятая понравилась. Ну да, да. Единственное, страшит тем, что она очень большая. Вот. Но еще ко всему прочему, здесь очень щадящая платина. Вообще, ну, несмотря на свои масштабы, как ни странно, платины они не запарывают вообще. То есть они понимают, что у людей и так очень много времени идет на зачистку карты, условно, и на прохождение основного сюжета. Поэтому платины вообще не парят. Что он сказал? Что она сказала? Что? Ой, я не летаю, заебал. Не летаю. Отправили припасы на пляж. Выдвигайтесь к точке в бухте. Их вынесет на берег. Конфирмада. Пути. Я вполне могу успеть забрать груз раньше, чем это сделают военные. Да? Ладно, немного летаю. Если взлетят здесь, меня собьют. Если лететь, работает эта тема? Беспилотная зона будет играть. Очень круто, да. Сколько же здесь вивернутого табака? Вивернутый табак.
просто метров шанс как-нибудь добегу просто. Давно хотел спросить, ты служил или сразу военник дали? Нет, я не служил. Нет, я не служил. Мне хватило детства. Здесь надо аккуратно. Тонна полезного добра. Бендисьон. Что-то не так. А? Идите проверьте! Живо! Ну что тут не так может быть? Мерда! Да бросьте, что вы. Да бросьте, что вы, что вы, что вы. Что ж тут может быть не так? Не знаю, тоже слышал. Что-то как будто бы... Кбищ, как будто бы, не знаю, как будто бы... Что-то как будто бы вот, плохое произошло. Ты что, всех убил, да? Убил всех. Ой, какой молодец. Молодец какой. Спасибо большое. Солдат хороший. Там кто-то. Снайпер на посту. Мне нужна ачивка. Иди-ка сюда. Расскажи, что знаешь. Дани, военные устроили КПП, и это реальный гемор. Разберись с этим, и мы сможем вздохнуть свободно. Спасибо. Спасибо. КПКП. КПП в табачной долине. КПКП. Так, мы же пушки какие-то, да, открывали? BP SMG. Такое себе, такое себе. Это только КПП, да. Это КПП. Фига себе. Академию порядочных парней вспомнил. Обалдеть. Я их смотрел-то раза 2.5, блядь. Табачный завод Кастилия. Ну давайте... Давайте, знаете что? Давайте сначала сюда съездим. Там, между прочим, уран остался еще. Потому что я там только зенитку взорвал, а уран не взял. Наши, да, теперь? Не, нихера не наши. Все еще запретная зона. Но уже типов нет. Из-за того, что здесь взорвано все. Так, новых тайников ФНД обнаружено. Ебать, как вас тут много.
О боже, много вас. Кто-то пернул? А, это вы. Сука! А? Так, короче, я знаю, как снести эту суку. Тоже хотел взять вертолет, блин. Сам себя допрет. Я был на грани, это было близко, это было близко. Так, уранчик взял. Уранчик взял. 50 единиц. Нифига себе, что нам сюда же. Блин, ну тут, наверное, пешком надо пройтись уже посмотреть. Не посмотреть, а взять вот это вот все, тайники эти. Их очень много, просто невероятное количество. И здесь же еще и миссия. Не знаю, нахрена мне вертолет. Ладно. Давай попробуем. Такой странный бой, как Mountain Blade на мечах. И вы толстые вертолеты, нереально толстые, нереально. Стекла не пробиваются, даже из крупнокалиберных пулеметов. Какой бред. В этом плане Far Cry 5 получше было. Ну, высадил водителя выстрелом в голову и все, и до свидания. Честно, достаточно. Очень тяжело, надо нажимать на геймпад, чтобы присесть. Яблочко! На, смерть с небес. Бить солдата, находясь на 50 метров выше его. Что, блядь? Это считается так, да? Нормально, мягкая посадка, мягкая посадка. Спасибо.
Спасибо, чат. Я вас, конечно, не вижу пока. Но тем не менее. Хера, сиди. Алло. Ты же не взорвешься сейчас? Не взорвется. Нормально. Вовремя починил его, вот так вот на ручку взял, вот так вот положил и починил. Это самое главное. Тан-тан-тан. Спасибо за 20 спонсорских баллов. Спасибо. Так, дальше. Сюда. Так-то нормально. 240 метров еще в ту сторону. Этому премиуму я научился в Warzone, сучки. Ты зажимаешь или что? Квадроцикл. Ты жив. Уйсите, algo bueno. Gracias. Пустяки. Ой, блядь, еще один ящик. Это мой верто... А как? Простите, он... Как, простите, его сюда унесло? Нормально его вынесло. От кого ты бежишь-то хоть? Почему мне никто не верит? Рот закрыть, руки держать на виду. Ай, пинга, пинга. Живо, бегите! Все, живо. О, штаны мятежника. Так, окей, значит, штаны, которые на нас сейчас дают нам возможность носить с собой немного больше боеприпасов для дополнительного оружия. А штаны мятежника снижают урон, получаемый от бронебойных боеприпасов. Я, наверное, вот так вот возьму и одену штаны мятежника. Да? Эй, ты! Здорово. Что иди такое? Отсюда. Тише. Возьмем! Что, не смог уронить меня, сука? Эти, иди отсюда. Идем. Дикие животные тут же. Да, немножко надо почитать комменты, а то, блин, забрали вас. Кайфово, что не сбивают нас с удара. Да, да. И прикольно, что, с одной стороны, что это именно скилл, который дает нам обувь определенная. Единственное, что, не знаю, мне иногда кажется, что... Ну, как будто бы хочется просто одежду одеть, красивую, и все. Еще с пятой части понял, что Far Cry и своя атмосфера, можно просто стоять через пару минут, стрельба! С конями.
Еще с пятой части, ну, так вот, в шестой части такое реже происходит, чем в пятой. Но происходит. Вижу грузовик! Я играю немножко сейчас с задержкой, потому что через ОБС смотрю на картинку. Ты сдох? Ты как умер? Еще сделаю, типа, слот одежды для бафа и слот одежды чисто для вида. Я думаю, здесь сделают, как опять же в ассасинах, типа, можешь одевать любой шмот и выбирать ему любой вид. Ну, тише. Как дела? Хорошо. Ну уже! Думаю, как-то так делаю. Блин, я хочу в Диабло пойти посмотреть, работает ли сервера. Так, аккуратно, далее. Ё, порох. Лук нашел, фаркаю всегда имбовый был. Не, лук не нашел. Слушай, есть ачивка какая-то, типа отобрать танк с помощью импульса. По-моему, у меня есть... Эль импульсо. Враг рядом! Блять, там можно было уничтожить или угнать? Кто теперь крутой? Получилось, да? Обезвредить или по магнитным импульсам? Кайф. Помню ачивки. Использую их. Что с Диабло? Ну, там сервера упали. Мы играли так-то вообще в Диабло, и серваки упали. Катаемся, ждем, пока перезарядится. Не получится, потому что оно не со временем перезаряжается. Нужно убивать людей, чтобы все равно перезаряжался. Ну, погнали! Заебал, блядь. Дрянь какая. Сдавайся! А!
Может, сервера только на полойке падали. Но люди говорили, что падали и у них. Ну, типа, что они тоже не могут зайти, вряд ли они с плойки пытались это сделать. Так. Ну что, здесь вот огромное количество тайников. Но мы еще эти не взяли. Ну, почему нельзя сюда телепортироваться, только сюда? Недоступно быстрое перемещение во время боя? Я не дерусь. Да не дерусь я, Что? Но он считает, наверное, что я в запретной зоне, да, и поэтому мы в бой. Место для охоты на мангустов нашел. Кайф. Да-да-да, потому что в запретной зоне был, все верно. Стоива нет? Видите, главное меню? Окей. Ладно. Спасибо большое тем, кто на Far Cry. На записи смотрел. Точнее, Far Cry 6 в записи смотрел. Тем пока, дальше круто.